шары. Фуловым престом тупо соло держал шары. Тука. Вспомнил момент. На X5 был рейд в 10 гер. У нас был один маг из РДД и остальные все милики. И маг сдох на второй фазе. Его валька, что ли, унесла или что-то случилось. И у нас остались одни милики. И я был эршамом и бил шары эти блядские. В 10 гер. И мы убили все равно на X5 лича тогда. Но это конченый был, конечно, трай. Дайте шкаф сразу наверху и нахуй не умирайте. 1% у босса, не слушайте никого, бегите к краю. Ты сказал в центре стоять. Я сказал застанете валькир, чтобы вас на краю не схватило и не скинуло вниз. Почему-то пол рейда успела добежать. Почему? У меня единственный вопрос, лужа. Вот сейчас рисовать, блядь, трибуну. Тент открывай. Фейдаун, блядь. Я вам на платформе нарисую. Показываю пацанам, которые сдохли. Вот лич, фордринг это лич. На звездочку смотрим все. Вот тут лужа находится. Вот тут лужа. Куда? Логически танк должен вести лича. Лич в центре стоит. Куда? Покажите, кто-то, куда он должен вести. А где лужа? Шанан еще знает, куда он должен вести. Я тоже знаю, что он должен вот сюда его вести. Как, блядь, вы принимаете решение 1% у босса вот сюда бежать? Вы ебанулись, что ли? Нахуя? Когда мы сюда вели лича? Прибежали здесь, умерло 4 человека. Какая была, блядь, логика в этих действиях? Ничего не понимаю. Да давай нормальный трай дадим. Сука, на доп ЕП шли. Еле-еле ребро убили, еще шли на доп ЕП, блядь. Взяли, вайпнулись на хуйне на какой-то. Еще раз повторяю. Просвещенный станет кружок молотом правосудия. Первую, третью и пятую волну валик. Смартку, пожалуйста, не улетай больше на вальках. Или где ты там, блядь, улетел, я не ебу. На ловушке. На ловушке. Нахуй не надо этого делать, это не по тактике. Я покажу потом вам тактику нормальную. Ты станешь кружок, валька. Это несложно, одна валькира, кружок. Она первая появляется. Я специально выбрал умных людей на ромбик и трусы, чтоб неумные станели кружок. Она появляется первой, вы станете ее, блядь, молотом правосудия. Сука, ни разу круг не видел застаненный. Ты что, издеваешься, что ли? Ну почему круг все время летит? Я в печеньке улетел. Потому что его никто следующий не станил, Пал улетел. Я свои станил, а вторые варьки никто не стал. Хаба, хавкер. Здесь фотон, хаба, хавкер. Да. Пристабав. Пристабав, фотон, да, и раз ты чек подтвердил. Хаба, ты здесь? А давно тут сундук стоит, вот тут возле трона. Смотрите. Он реально за пивом побежал? Сходи, золотай. О, смотрите, нихуя себе. Хиба. О, нихуя себе. Я никогда не видел. Хаба тут. Дайте платье. Последний человек на пол. Кого нету, кикаю с ГП. Мунквин. Какой сундук? Чего вы придумали? Там, за троном, справа. Мунквин, ты тут? Там всегда стоял. Че, никакого сундука не вижу. Есть какой-то ДД на лича у нас? Да есть. Заходи. ШП заходи. Есть ДПС по валькам, кстати? А чё у тебя, кстати, не заходит? Ваня, не заходи, вернулся этот даун, блядь. Последний чек на пол, отвечаю, клянусь, последний, блядь. В жопу дам, если это не последний чек. Не дашь выпить? Все готовы? Или нет? Запустили. Встали все на места на свои. Заебал. А кто-нибудь видел тактику в жизни, когда вот лича вводят вот по вот этим квадратикам, типа ловушки делают? На X5. Да. Мы по ней убивали один раз. Я не помню, какая-то гильдия по этой тактике постоянно висела на этом серге. Мы раньше убивали, когда с X1 PvP пришли, убивали по этой, с канобом. Так, каноб вообще не так убивал, каноб вот тут, вон я повесил на себя месяц.
Вот так, блядь, как-то они вставали, как ебачи. И идут, короче, нет. Милики, РДД, все вместе. И, сука, да, я был, да, РДД, да, и Лемом. И не мог, блядь, босса бить, он все время у меня за спиной его заводил. Шли перед лечом. Все вместе. Давайте, 3 секунды. Отойдите от боссов. Ловушка Милики. Чему к трону несем? К чему? Статик, блядь, смарт-пу. ДД ловушка. РДД ловушка. Чума, 3 секунды приготовились. Столб сам себя. Милики ловушка, милики. Милики еще раз. Гел, чума. Милики. Сколько процентов у босса? 3-2. Смотри, на край, на край. Бля, меня с одного удара ревность не прокачает. Что за дрочь? На тебе щиток. На краю все. Шаманы, ставьте этот тем, мы поюгим. Я сейчас умру, короче, пиздец. Дайте каплю, упало. Дайте каплю. Раз 100 тысяч. Фух, дайте каплю, умоляю. Да. Там просто исчисление. Фу, блядь, два трая на волоске просто. Какие ебанутые. Добивайте шар, шар впереди добивайте, добивайте духа. Все, все за спину. За спину, плотно, кричу в звездочку. Локи, стойте подальше. Нихуя непонятно, когда лока хватает, когда долбоебского какого-нибудь ханта хватает или еще кого-то. Звезду кучно к боссу. Точечно станы, первая, вторая, третья. Сука, кто-то гневом станет, я выебу тебя в жопу, блядь. Осел, нахуй, не жмите гнев небес, последний раз сказал. В звезду все. Какой пидор это сделал, сука? Жереми, наверное. В звезду все, левее от босса чуть-чуть. Точечно, молотом правосудия валькир станем. Точечно. Свою валю. Никакие ретрики, холи-балы не жмут гнев небес. Лужа вперед побежала. По моей команде лужа вперед. Никчем вперед. Охуенно вперед вы бегаете. Это не вперед, не блядь, нихуя. Сука. Мам, подрейк понес, блядь. Ребята, ненавижу эту тактику, когда надо вторую лужу лечь в центре. Когда вы бежите вперед, у вас 2 секунды на вынос осквернения.
Вы бежите вперед. Там стоит только БДК. Вдвоем вы можете хоть обдрочиться. Но вы выпрыгнете с этой лужи. Когда вы бежите вбок, вправо, влево, назад, короче, туда бегут другие люди, которые боятся, что на них будет лужа. Они долбоебы, такие же, как и вы, как и я. И вот туда не надо бежать, как сейчас сделал Никчем. Нахуя бежать влево, блядь, куда еще 10 человек ломится? Тупо вперед, в спину босса вбегаешь, там только танк стоит. Уж танк куда-нибудь разберется, убежит один, блядь. Блять, все, меня сейчас нахуй выгонят с компьютера. Поставьте шкаф, отойдите, присумоню. Присмоньте меня. Фотон, ты здесь? Да. Вставай. Да, еще раз, если... Я там блоку написал, подтвердите, что осквернение заедается проклятием косноязычия. Вообще-то любой каст, любое заклинание, это что это заклинание? Ну, просто раньше мы перед каждым траем это говорили локам. А сейчас они не знают этого. Не, я знаю, просто на этом серваке просто что-то никто такого не говорил, поэтому... Ну, у нас всегда раньше такое было. Это как бы обязательно. Ну, я тоже всегда так раньше. Мне назначали там на Синдре. Дайте сумму. И на профи слизнем. Ну, слизнем нам говорят сейчас. Сумма, дайте, пожалуйста. А еще фишка с этой, когда Вальку хилит, чтобы Ок брал доспех скверный. Трейдин, ты меня слышишь, Трейдин? Тут не работает это. Да. Это то, ты станешь Вальку не работает, небес? Да. Может, случайно нажал. Не надо, не пожалуйста, исключено. Случайно нажимать. Я вижу, что у тебя есть Гнев Небес. Холипалу, там у тебя есть стан еще, ты можешь станом помочь. Гнев Небес можешь дать, когда вальки на краю будут. Не надо в самом начале тупо вальки появились, ты их вешаешь им ГКД. После этого наши станы не 5 секунд на них висят, а 2. Это не надо, блядь. Нет, мастер аур, сейчас уберу вообще стан или гнев. Да я добежал уже пока, посмотрите, давайте фулдбаф, поехали по рейду. Давайте, мужики, сосредотачиваемся, нет у меня времени. Такие вайпы, блядь. Давайте, чек на план. Ты хочешь отпустить сейчас волну? Нет, нет, так же бьем, как вы бьете, не без моих велосипедов, просто... Ну, бегите куда-то от рейда, нахуй. Вот стоим за лечом, посмотрите на звезду. Вот на меня вешается лужа. Вот сюда я могу побежать. Там, вот сюда вот идеальный вариант побежать в Джерриона. Но вот сейчас Никчем побежал, вот он стоит, и вот сюда начинает бежать. И рейд за ним сюда бежит. Тупо 10 человек. Я тоже туда бежал. Джеррион, ты тут? Крест мага. Где
Димон, что не так? Фотон, ты тут? Джерри, он только тебя жнет. Все, запускаю тогда. Запустил, босса встали на места. Рыба пропала. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил... Дайте в хабе СПД фласку у кого есть. Шанан, а ты ж на Лока заходил, чё ты ремонту до сих пор? Ты я ж сказал, блин, заходить на Лока, вы чё-то там начали уёжу. А я чё-то думал, у нас три Лока, сейчас все заебись бы. Но я не буду слушать твои... Ну, если вакнемся, зайду. Да это всё не важно, на самом деле, тут не в Локе дело. Да. И в одного Лока убивали, и в пять Локов вайпались. Да будет так! Герои в атаку! 3 секунды до пула. Отойди, Трисси, Трисси, отойди. РДД ловушка. Чума приготовились. Васабик. Диспа. Хорошо. Милики ловушка. Милики ловушка. Чума приготовились 3 секунды. Трейдин чума. Нихуя ты даже не дернулся с места. Полипал, ловушка, не вижу. Где она? В центре ловушка. Смотрите, не попадите в нее. А, входить все сразу. Хил, 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 12%. РДД ловушка. Какой заебали разбегаться, это пиздец. Надо на край уже. РДД, ловушка, идем на край. 2% осталось. Каплю, каплю, умоляю. Все, ловушка, и на край все ушли. Шары бьем, присты хан шары. Сова может помочь. Инеры шаманам раздавайте, друиды. Не знаю, кто кому, я надеюсь, вы там в личку сами поделились. У кого есть мана, тому не надо заливать. Шарик в центре еще есть, разбили шарик. И духа добили. Хорошо, его обдотайте и бегите в центр. Все, встали в центр, плотно к личу прижались, плотненько. Плотнейшим. Давайте рост. Чё ближе к боссу? Я впритык у босса стою. Точечно станы, точечно. Хорошо, две вальки. Два приста в центре уничтожаем. Милики, РДД набрали рейндж, из-под валькир вышли. Милики вышли из-под валькир. Арзу, лужа, лок, отлично. Разбили валю, все в центр пошли. В центр пришли, в звездочку стали. Вот сюда, левее немножечко, левее. Лужа бежит в центр, к ледяному ящику, к этому ебучему.
Приготовились осквернение. Называю ник. Ник называю. Валик точечно станет. Осквернение на... Хуй знает. Трейдин, беги, 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 беги нахуй. Бьем валькир, похуй, нормально. Лучше так, чем никак. Даю АВЕ стан, бьем валькир. Все, все, заебись. А, знаешь куда, Димон? К ледяному склепу пошли. Ровно центр. Столб, столб, столб. В другую сторону, в другую сторону. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пробегайте, вот тут между луж есть расстояние. Блять, ну пробегайте, не, не блинкайтесь в лужу. Бьем, кружок, бьем, в кружке хил. Блять, только кружок бьем. Забили на кружок. Инеры столбу льем, бьем босс. Квернение, набрали рейндж, все набрали рейндж. 3 секунды лужа. Рейндж, все рейндж набрали. Фотон. Все инеры столбу раздаем. В звезду пошли. Босса бьем. Все время босса. Валькам станы и босса и на край уходим. Давайте. Станы валькиром и побежали на край к порталу. Идем от... Уже пора. Фаза. Сакру. Гимн хранилища. Пою. Сфера. А, Рома вылетел. Ассист есть у кого-то? Сейчас голос поставлю. До какого хуя я трупом зашел? Ты это, дай ассист. Короче, Дима, танчи, потом и духов, или чё? Пися, диспель с него лужи. Ой, лужи, сало диспель. А где ты лежишь? А почему я... Да, он духом. Да меня не резнуть уже. Дай я ассист. Духом, все. Сука, дал тебе ассиста, дал васабу. Я же зашел на платформе, блядь, был. Или вы не захилили меня? Тебя без пощады сделал. Серу бейте. Алло. Сука. Все, сейчас звездочку. Ничего, Макро. ФВЛ, поднимай Серсею, Серсерию. Пен, что на захильте? Нет. Это прики в баблах духов с неба ловить. Беги, малышка, беги! Будет. СС Кеншион лок. Еще в тучке похлопа. А никого больше. Захил, 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 захил быстрее. Оскорбление. Дайте касочку. Пиздец. Ман. Нужно Джерри, но под мелких духов давать красные капли, короче. Тучка не вовремя закончилась, блядь.
У нас минус 3 можно нормально убивать, минус 4 вернее. Пока бежим, пробафуйте, пожалуйста, Лара. Не было бы эра. Осквернили. На танке. Фотон, бдим на мана. Маны вообще нет. Возложение шаму дайте. Выйдем по югим на ману. Кому маны? Кто? Кто? Все, спой на хп, Трися, на хп. Где? Фотон, на хп спой. Да не беги! Ходу что ли, блядь? Да, Линер, хильте. Пойдем на ману. В чем на платформе есть? Блять. Да, то добьете уже. Вы хильте, блять. Гов, не роняйте, заебался счетовать уже. Красавцы, да. Хилы, красавцы, Джерри, он красавец, Войт молодец. Серсея, не Сесерия, не очень. Серсея, не да. Серсея, уже говно. Да, Серсея заебал. Что вы там убили? Не знаю, что с интернетом, просто разорвало на секунду буквально. Почему? А вы меня не захилили или что, я от зимы умер? Да хуй знает уже. Да, походу. Да, да. Ты не добежал за платформу-то. А я просто завис, что-то бежал, думал, я на краю стою, все заебись там. Ну ладно. Хуёво, конечно. Ну, Жерри, он все равно красава затащил.
Вы тут хилы затащили, блядь. И столб там бедная хуйня, главное. С хилами проблема была, в комнате вообще пиздец. Так они хули по вообще там. Они вдвоем считай хилили столб. Хули пал как-то хилил. Я сейчас отойду на 10 минут, остаток слот там вырос. Не, да, надо... не оставим, зачем ты нам там? Да, вот это у нас жопа сгорела сегодня. Они повергнут этот мир. Ну, не самый плохой рейд, на самом деле. Да, в отличие от моих рейдов, блядь, в адептах. От их рук. И ты стал... Лучше не вспоминай. Вот мне понравился вчерашний рейд. Я помню, как Рому бомбила пизда. А потом он такой выйду хуяк смс-ку послал. Типа, Славик, заходи, пожалуйста, то их персов продадут, удалят. Разбить эти оковы. Слышишь? А! Хуй на! Пошел посуду мыть. Что? А, блядь, я не помню, что я хотел сказать. Ну-ка, скажи еще раз, что ты сказал. А, и давай, да, блядь, просто, ну, вы видели, что, блядь, чуваку 25 лет, я над ним пошутил, он вышел, ливнулся с 7 персами из гильдии, удалил персонажей. Я не знаю, у меня член просто сразу же в пизду превратился, если б я так сделал. Потом ревнул уже. Потом просто, ну, написали же какая-то объява, типа, персонажи, на которых там не заходят какое-то время, будут выставлены на аукцион сервера, да? Как-то так же написали. Так и было. Ну, а я Войда вернул, и все, и его не выставили на аукцион. А как ты его вернул? СМС написал. Я только не помню, откуда я номер его взял. Как кто-то дал его, то ли Риска, то ли еще кто-то. Ебать, ну представьте, Славик, сколько ты денег потратил? Поставить одного персонажа 3 сотки стоит, да? Так у меня наверное, штук... 7 было. А, да там. Ты пиздишь. При самомонте у меня плечо, я лут вам раздам. А то хуй вам что отдам, блядь, убили без так меня. Пизда, у меня Вовка кританула. Прилив и зов. У меня та же самая фигня уже второй день. Прилив. Капар. Вы что, охуели? Никому прилив не нужен? Что, уже ролить? Да, рольте. Но у меня суманите и рольте. My love for you. Ты ролишь? Трейд ин и Харзул. Харзул выше. Да ладно. Что, он полную вот эту стоимость давать, сколько он тут написано? Ну да, если они вдвоем ролили. Давайте. Ролем зов хаоса королей Лоардерона. За бесплатно возьму. Кто это? Столб. Давайте Дарьянова на оф. Завоеватель. Я просто выключил оповещение. Снять ГП ни к чему, чтобы вы не расстраивались. Харзул, ты если взял уже один, все. А, да, я начислил 140 ГП. А кто из вас не брал токены еще? Я не брал. Персон роллил? Блять, просвещенный, короче, забирает. Просвещенный. Ролим коня, давай. Те, у кого его сейчас нет. Только честно, порольте те, у кого нет. У кого есть и роли, то того сразу, короче, плюс 1000 к тупости, блядская, ёбан. Ничего смешнее не придумал. Пухнастик, у тебя нет коня? Охуеть. Пухнастик, у тебя... Блядь. Кто там дальше? 52, это My Love For You. У тебя нет коня? А у Харзу сегодня день рождения.